Чувашская прыгунья шестом Анжелика Сидорова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики. В прошлом месяце Анжелика Сидорова, которая параллельным зачетом представляла Москву и Чувашию, выиграла 5 турниров, а в начале марта стала победительницей чемпионата Европы в Глазго. Также на звание лучшей легкоатлетки претендуют голландская, немецкая, британская и польская бегуньи. Голосование проходит в аккаунтах соцсетей Европейской ассоциации легкой атлетики. Оно завершится в четверг, 14 марта.